Может, мистер Старк ее починит? Тут, правда, тот еще бардак. Видимо, комнату использовали под склад. Надо поговорить с Брюсом. Или можно тут еще походить и осмотреться, раз двери теперь работают. Пусть забудет, что видел меня в слезах. Этому самое место в музее. Эй, Брюс, простите за... Не волнуйся, я все понимаю. Есть успехи с... Ну, вы знаете. Ты вовремя. Как раз собирался взглянуть. А можешь мне помочь? Ну, была не была. Добрый день, доктор Беннер. О, крутота! Это же компьютерный друг Тони Старка! О, просто крайне развитый искусственный интеллект. Рад познакомиться, мисс... Хан, но ты можешь звать меня Камала. Очень приятно, мисс Камала. Что происходит? Штабному столу не хватает энергии. Система находится в режиме аварийной блокировки. Видимо, я задел датчики сигнализации в лаборатории. Надо их отключить. Я этим займусь. Так вот, Брюс, что я ищу? Слушай, отключить датчики можно с помощью лабораторной консоли. Надеюсь, этот аппарат поможет нам узнать о моих способностях. Ничего страшного. Придется отключить их вручную. Ищи маленькие красные лампочки. И как мне до них достать? Шутишь? А, точно. Эластичные руки. Один есть. Не так уж и сложно. Знаете, в одном из моих рассказов «Железному человеку» пришлось разбить все фонари, чтобы прикрыть черную вдову. Да, неплохо. Не думала, что настоящие мстители так делают. То есть, я не настоящий мститель. Почти готово. Все, получилось. Теперь возвращайся.
Неплохо, Камала. Так, Джарвис, давай найдем Тони. Джарвис? Поиск начат. Момент. Что-то не так, доктор Беннер. Фигово. Боже, мое нейронное подключение повредилось во время аварии Химеры. Это особая технология щита. Без нее у меня нет доступа к глобальной базе данных. Щита? Ну, давай позвоним Марии. Мария Хилл? Она сейчас возглавляет щит? Вроде того. Никто не знает, что с директором Фьюри. Как по мне, так только Хилл можно доверять. Брюс, рада тебя видеть. Я встречалась с Халком и не думала, что увижу тебя снова. Да. Прости за тот случай. Халку тогда было непросто. Не надо извиняться. В тот день у всех нас рухнула жизнь. Рада, что Мстители снова в строю. Ну, не совсем. Привет. Камала Хан. Пока нас только двое, но мы пытаемся найти мистера Старка. Так, Мария, нам нужно нейронное подключение. У вас наверняка есть. Все наши средства захвачены АИМ, а агенты в бегах. Но, кажется, я знаю, где можно поискать. Отправляю вам координаты на штабной стол. По пути расскажу подробнее. Запускать двигатели Квинджета, сэр. Какого Квинджета? Чтобы направить Квинджет к следующей цели, подойдите к штабному столу. Координаты, которые нам предоставила командир Хилл, указывают на объект в далекой тундре. Я поставил отметку на карте штабного стола. Задания, которые особо важны в деле против АИМ, я пометил знаком Мстителей. Счел, что это будет уместно. В некоторых заданиях вы встретите противников с особыми умениями и способностями. Рекомендую внимательно ознакомиться с модификаторами заданий и после выбрать соответствующую тактику. По нашим данным, в этом регионе солдаты АИМ используют криовооружение. Советую вам выбрать морозостойкую экипировку, чтобы повысить шансы на успешное выполнение задания. Вы знали, что он все это время был там? Конечно, нет. Ага. Думаю, вы просто хотели прокатиться за рулем. Нет. Нет. Ладно, Халк, нам надо найти нейронное подключение. Может быть, мистер Старк сможет разыскать записи того, что случилось с Кэпом. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Thank you.
Я открою вам доступ к закрытой частоте щита. Она приведет вас к бункеру. Стойте. У меня помехи. Что-то внизу блокирует датчик. Надо выяснить, что. Присматривай к ним, Камала. Покажет наш бункер. Камала, Фил! Прием! Нет связи. Видимо, теперь мы сами по себе. Ничего страшного. Я приведу вас к их генераторам помех. Смотрите, это десант АИМ. Рядом с вами помех должен быть где-то рядом. Противник. Смотрите в оба. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Я все слышала. Поищите рядом ящик с особыми материалами. Интересно, что внутри того здания? Если вам интересно, где-то должен быть внешний механизм, открывающий эти двери. Точно! Какой-нибудь переключатель. Хал, хочешь открыть? Впереди АИМ! Так думаешь, проскользнем? Я не могу войти в их систему с такого расстояния. Вам нужно устранить источник помех, чтобы выяснить местоположение бункера. Прошу прощения. Продолжайте. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Хан, сигнал щита блокируется узлом безопасности АИ. Помогите мне попасть к этому узлу, чтобы устранить блокировку. Так, Хал, нужно попасть к этому узлу. Поможем Джарвису. Come on.
отфильтровываю шумы. Постарайтесь не отходить от узла системы безопасности слишком далеко. Перехватил управление узлом системы безопасности. Этих противников необходимо обезвредить. Теперь вы должны поймать сигнал. Есть сигнал. Датчик должен вывести вас к бункеру щита. Идем на писк. Понятно. С командором Хилл по-прежнему нет связи. Ладно, постараюсь не психовать. Пойдем, а то тут холодно. А ты вообще мерзнешь? Сведения неоднозначны. Этот бункер щита оказалось труднее, чем я думала. Весьма правдоподобное предположение, мисс Хан. Дальнейшая моя помощь вам требуется? Не-не, дальше мы сами.
Чтобы найти бункер щита, внимательно следите за детектором сигналов. Отлично. Будем надеяться, нейронное подключение там. Совсем скоро ты будешь в порядке, Джарвис. Благодарю. Довольно неприятно без мгновенного доступа ко всей информации в известной вселенной. Не уверен, какая аналогия будет точнее. Скорее, как если бы от вас закрыли целую библиотеку. О, как когда Ами отключает Wi-Fi. Точно. Рядом расположен ящик с оборудованием. Подключение где-то рядом. Ого. Что происходит? Полагаю, сработала секретная система охраны щита. Обнаружен мститель. Привет, ребята. Вот и свиделись. Ник Фьюри. Вы это слышите? Значит, случилось худшее. Меня нет.
И сейчас вы нужны мне как никогда. Я предвидел падение щита и позаботился, чтобы он восстановился. Это протоколы щита. Щит был создан для защиты мира. И в такие времена, когда исчезает надежда, мы не должны падать духом. Я вас очень прошу. Доставьте протоколы моему заместителю. Вам помогут восстановить щит. Удачи, мстители. У меня все. Это был директор Фьюри. В смысле, директор щита Фьюри. Протоколы, о которых он говорил, должны быть внутри. Защищайте подключение. Вас выследили. Попытаюсь загрузить протоколы на защищенный сервер. Нужно доставить данные на Химеру. Сможем их сдержать? Так,